Всем привет, друзья! Вы на канале Виктора Павленко, и сегодня мы побываем с вами на суперкубке Единой Лиги ВТБ 2023 года. Также кубок называется в честь Александра Яковлевича Гомельского. Немного об истории суперкубка. Первый суперкубок Единой Лиги ВТБ прошел в 2021 году. Тогда участвовало 4 команды. Это ЦСКА, Уник, Зенит и Локомотив. И тогда победил ЦСКА. В 2022 году суперкубок расширился до 6 команд, и к четверке грандов российского баскета прибавились 2 сербские команды, это «Партизан» и «Мега». В 2022 году победил «Зенит». Очень активно защищается Уимбуш на победу! Ну что же ты делаешь? Зубов Уимбуш! Вот это да! Король, настоящий король сегодняшнего матча! А в этом году уже 8 команд, топ-6, это ЦСКА, Уник, Зенит, Лока, Нижний, МБА, и добавились команды из Турции, Бешикташ и Фенербахче. Да. Команды из Турции, Бешикташ и Фенербахче. Первый раз не получилось выговорить. И МБА сегодня сразу встречается с Фенербахче. Супер топовые игроки, супер топовый тренер, вы его все знаете, да, Димитрис Итудис, и для МБА это супер важный матч. Погнали? Че сидите? Стоим на бутылке. О, все равно сидишь. Кто едет-то? Фенербахче. Короче, сразу врываюсь в гучу событий, автобус Фенербахче подъезжает. Сегодня влог о том, как я буду выговаривать Фенербахче. Фенербахче. Димитрис Итудис. Будете обнимать его? Это пустой автобус! Это пустой автобус! Ставь лайк, если ждал пустой автобус. Вы знаете, какое чувство? Как будто я сейчас сам буду играть. Я вот утром проснулся, вроде так не особо волновался. Ну, работа и работа. А вот вспоминаю, какой я большой путь проделал клуб. Закончил вроде 2 года назад, а через 2 года мы уже играем с Фенербахче. Представляете как? Короче, как будто я тоже сейчас выйду на паркет, но я выйду. У меня бейджик есть. ТВ. И будем развлекаться. Димитрис Итудис. Будете обнимать его? Хай. Он со мной поздоровался. Так, ну мы Фенербахче встретили, теперь я могу ходить везде, спасибо добрым людям из ВТБ. Сделали мне еще вот такую проходочку. Называйте меня Виктор Гирлянда. Ждем МБА. Вот теперь, готовишься. О, ты играешь? Да, останься тогда. Ну чё, братец? Фенербахче. Я даже, да, ты даже выигрывать не можешь. Представлял, что так будет, когда в МБА играл со мной в Суперлиге? Когда с тобой я играл в Суперлиге, я не представлял, что мы с ЦСКА будем в боксе играть. Да. И тогда вам Майк Джеймс был дружбан. Да. Ну, сейчас примерно то же самое, только уже вы не побольше. Чё, какие впечатления? Ну, лучшего ребят спросить, которые сегодня будут на площадке. Не, ну а ты же переживаешь, болеешь за них? Конечно. Конечно, переживаю. Разбирали просто... жестко? Да, 2 раза смотрели видео. Я думаю, они тоже наши видео смотрели. Ты не серьезно относишься? Нет, серьезно. Да? Да. Да? Ну что, поболеем сегодня со скамейки, как конечно, ты умеешь? Да. Со скамейки? Учился долгие годы. Мог сказать, у лучших тогда была бы в мою пользу шутка. Да. Да. Давай. Ладно, все, давай. Ребят, тренеры меняются. Но игроки нет. Потому что профессионал. Надо забить после этих слов. Хорош! Денчик, хожу только с одним вопросом. Предполагал ли ты, что мы будем играть? Мы уже это да? обсуждали вчера. Ну, минуточку, да. С Александром Игоревичем. Да. Накидай мне, что обсудили? Ну, обсуждали, что никогда у нас даже и мысли не было, что мы когда-то будем там. Хотя даже свой автобус у нас будет. Не то, что мы будем с тренером играть. У нас будет свой автобус, а сейчас мы уже дошли до такого уровня, что мы играем на этой арене и с такой командой. Александр Игоревич, да. Вы предполагали, конечно, что мы будем с Фенером играть? Я сегодня вспоминал, я сказал это Денису и Диме.
Если бы мне 10 лет назад, 11, сказали, что мы будем играть с Венером на ВТБ-арене, ну, по меньшей мере, я бы, наверное, улыбнулся. Сейчас мы это сделали, и мало того, что мы не просто будем играть, мы будем очень хорошо стараться играть. На, Владосик, а ты играл же в Евролиге, да? Немножечко. Немножечко? Против Венера играл? Да. А, ну, значит, в принципе, можно не брать у тебя интервью. Друзья, что мы можем сказать о Фенере? Клуб просто лютый, играет в Евролиге. Топ-3 игрока, которые сегодня будут играть, это Ник Калатас, мой лысый друг. Я когда в Локомотиве играл в молодежке, нас с ним путали. Он играл за основу, естественно, не за молодежку. Потом, кто у нас еще? Ям Мадар. Он в том году уже играл на Суперкубке за Партизан. Скотти Уилбекин, лютый снайпер, тоже офигенный чувак. Я не знаю, кто его сегодня будет держать. Возможно, Даня Касаткин, либо Макарио Коновалов. А возможно, и Саша Хоменко его чуть-чуть покусает. И Мотли, большой чувак, может вообще все, огромный, бросает данки. Лютая грядка, которую нужно будет сегодня давить русским нашим духом. МБА вперед! Работало, ребят! Друзья, обращаемся к тем, кто в эти минуты уже на ВТБ-арене, в публике чаши, в основном... 7, 8, 10. У Макса Барашкова спрашивают, как мяч ему новый джоггер. А вам как? Все игроки Единолиги ВТБ, напишите в комментариях, как вам новый мяч джоггер. Только правду, пожалуйста. Я тоже перед Фенербахче разомнусь. Начинаем матч. У нас в старте Лопатин, Митченко, Касаткин, Коновалов и Барашков. Убойная пятерка. Хорошо бросают, защищаются. Все будет кайф. И Игорь Михайлович сразу вырывается. Василий Николаевич сказал, если мы первую забьем, то все выиграем. Кто не мог подумать, что мы начнем 7-0 с Фенербахче. 7-0, ребят. Ребзи, ну и Владос труд базера дает. Мы ведем. Начинаем вторую четверть, и Лопата сразу три туда сидит. Ребят, напишите в комментариях, как вам такое начало от ПБК МБА. Я вообще не ожидал. Хорошо, что я так волновался сильно перед игрой. Максим Барашко. Не, ну видели, Макс Барашко, как в отклонении? Говорят, что я научил.
Саня Хоменко, здание 37-32. Никак Борчи опять берет тайм-аут. Ребята, это просто огонь. Папа Янис, мама Янис забивают трешку и сравнивают впервые счет в этом матче 39-39. Фенербарче, чё? На страже. Кого он там причехлил? Как его звать? Дорси? Осталось секунда и 0,6. Пробивает штрафные Фенер. Чё, кто-нибудь пульнет? Итак. Ой, сейчас... Пульнули. Слушай, ну начали, конечно, второй половину не очень. Рывок 5-0. Все валится из рук. Короче, это путь МБА. Опять все через одно место. Не, ну после тайм-аут сразу ее поинтереснее. Даня Касатка. Просто мой, мобой. Не Джавал Магия, Даня Касатка. Болельщица МБА, Яна Красева. Ну что, по игре? Я знаю, что эксперт лучше не найти мне. Мы хорошо держимся. Для того, чтобы выиграть, надо все забивать. А, да. Правда? Да, я думал по-другому. Нет, тогда мы будем держаться. Нет, если мы будем все забивать, мы тогда будем держаться. Если немножко уже скатимся на индивидуальное, да, действие. А, ну то есть команда главная. Все равно команда должна быть. Хорошо. Нормально. Мальчишки хорошо держатся, мне нравится. Да надо выиграть, какой хорошо держится. Нет, я вообще... Или пересадить вас лучше. Нет, я вообще хотела Лиге сказать спасибо, что нам вообще разрешили поучаствовать в таком турнире, потому что они наберутся колоссального опыта. Василий Николаевич, с Димитром Итудисом бывали прям такие дуэли? Дуэли? Да. А, конечно, когда Василий Николаевич в «Зените» был. Вот-вот. Частенько были дуэли. Да? И мы даже побеждали в этих дуэлях, не скрою. Ну хорошо, Трушкин. Трушкин! Да! Я от вас не отхожу теперь. Пара слов туда-сюда, мой лысый друг. Взаимно, мой лысый друг. Самая модная прическа, не правда ли? Да, что, МБА, по-моему, впечатляет, нет? Это мягко скажем, я думаю, что турки очень впечатлены. Держу пари, что они турок, не знают. Турки или грек? А, не так важно. Ладно, кто нравится в МБА прям очень сильно, кроме своих клиентов? А у меня, по-моему, все МБА мои. Спасибо. 8 очков за 7,5 минут. Счет 51-65, уже большое что-то отставание, но верим. Как же хорош Саша Хоменко. После травмы и операции в прошлом году Санек просто с той же страстью врывается в новый сезон. Лучший. Трешечка от него 54-68. Бара, силовой, хорош мой мальчик. Нормально, минус 11, 30 секунд до конца третьей четверти. Ух. Самые классные болельщики. Их мало, но смотри, какие громкие. Даня Аксенов вышел, и теперь все игроки МБА появились на площадке. Даня сразу реализовал два штрафных, минус 20. Ну ничего, начало было крутое, мы можем биться, это самое классное. Минус 15, начало просто огонь. Никитос только подъехал, поэтому мы проиграли. А мне? Красава. А Любы в топе, брат. Нормально, сработало. Все нормально? Спасибо. Не, ну Данек красавчик. Он как будто рожден для таких матчей. Классная статистика и круто смотрелся. Слушай, а ты вот после травмы не боишься с такой страстью играть? Чуть есть еще. Ты большой молодец, мы за тебя переживаем. И очень круто, что ты возвращаешься и будешь в лютой форме. Ты лучший. Как тебе игра, кстати? Первая половина хорошо. А, ну, мы ее и оставим. Привет, Ти.
ты теперь побываешь в моем выпуске. Расскажи, как тебе игра? Класс? Да. Тебе понравилось? А что ты убегаешь? Смотреть пошел. Вот. Ты в камере смотри. Скажи, все супер. Класс. Класс. Ты за имба болеешь? Да. Мама, сидеть. И папиницу нету. Ты ждал папу, а его не было и не было? Все, скажи, подпишитесь на канал. О, подписывайтесь. Как тебе игра? Ну, прежде всего, как и ожидалось, да, то есть это хорошая, отличная команда, уровень там контакта жесткий и, как сказать, уровень реализации, наверное, очень высокий. Мы потеряли концентрацию в конце второй четверти и там начало третьей выдали неудачное. И уже на табло там горело минус 7. Да. А с такой командой, как там Фенербахче, то есть это команда уровня Евролиги, там Грант, и так далее, это очень сложно вернуться, ну, то есть, это надо прям кропотливо страдать, скажем так, в защите, и хорошо, чтобы еще нападение хорошо удачно. Слушай, ну ты трешку-то забил. Ну, конечно. Ну, все, ну, и РБО дал. Ой, да что, на начало положено. Да, согласен. Все, супер. Ребят, это был очень быстрый такой выпуск. Мы впервые сыграли с таким грандом баскетбола. Не из страны СНГ. Конечно же, мы играли с ЦСКА, но сегодня был Фенер. Мастера просто лютые, да? Поэтому спасибо, что посмотрели этот короткий выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. Владоса тоже. Дальше больше. Все.